Как повысить эффективность профилактической работы и снизить количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков? Эти и другие вопросы обсудили сегодня на антинаркотической комиссии в Доме правительства. Только по итогам двух месяцев этого года за незаконный оборот наркотиков уже задержаны 8 несовершеннолетних. Это уже половина от количества задержанных прошлого года. За 20 дней марта задержали еще двух. По итогам прошлого года число раскрытых правоохранительным органам наркопреступлений, совершенных участниками организованных преступных групп, возросло на более чем 26%. В цифрах это 642 наркопреступления. Оконченные расследования направлены в суд, уголовные дела в отношении трех преступных сообществ. Одновременно велась целенаправленная работа по подрыву экономической основы наркопреступности и пресечению фактов легализации ее участниками наркодоходов, полученных в результате осуществления преступлений. 6 преступлений по легализации и отмыванию денежных средств, приобретенных преступным путем, выявлено сотрудниками МВД за прошлый год. Преступные группировки использовали криптовалюту и легализовали более 3 миллионов рублей. В этом году по этой же статье уже возбудили 3 уголовных дела. Чтобы снизить вовлеченность молодых людей в распространение наркотических средств, в 2018 году действовала специальная программа. На ее реализацию направили 995 тысяч рублей. Из них более 130 тысяч рублей было направлено на проведение антинаркотических акций и создание социальной рекламы по формированию негативного отношения к незаконному обороту и употреблению наркотиков. Более 100 тысяч рублей направлено на реализацию мер по сокращению спроса на наркотики. И почти 760 тысяч рублей направлено на ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности в муниципальных образованиях. Возросло количество подростков, которые впервые попробовали наркотические вещества. Комиссия считает тому причиной рост социально неблагополучных семей и негативное влияние интернета. С трудными подростками их родителями работают по особой программе.